копья! Не сдавайте их! Элизабет, когда на тебе лежала такая ответственность. А ты, Раст, после убийства твоей семьи. Сайленс, ты тут? Что просить совета у призрака? Вести с востока. Король Солнца Ават ожидает в храме Солнца. Армия собирается перед долгим маршем на город? Боюсь, это не костры. Тогда что? Конец. По крайней мере, его начало. Самые истребители. К пушкам! К пушкам! Давайте! Не стойте! Выполняйте приказ! Все! Готово! По команде! Начнем стрелять! Думаешь, это их остановит? Вот сейчас и узнаем. Помощь. Нет, Элой! Нам нужны эти пушки! Он прирежет тебя! Не в этот раз! Слишком долго ты меня досаждал. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Зачем ты борешься? Твоя участь неизбежна. Смирись. Прими свою слабость. Тебя ждет лишь вечная ночь. Так стрелять, мост рухнет!
ужасом солнца. Дашка с тобой покончит. Я избранный, а ты никто. Понять, что такое предназначение. Слишком долго ты мне досаждала. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Кто ты перед ужасом солнца? Да что с тобой покончит? Твоя участь решена. Понять, что такое предназначение. Опять отбил. Даже не понимает, что его используют. Твоя жизнь сплошная ошибка. И скоро все забудут твое имя. Обрати свой лик к солнцу и подумай. Thank you.
Куда мне? Отсюда!
никого не видно! Передышка! Опустите оружие! Но будьте начеку! Можно перевести дух и подготовиться. К оружию! Запас! Thank you.
Элой. 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 Так. Хвала матери, ты жива. Я думал, тебя убили. А остальные? Они... Нет, нет, их потрепало, но почти все живы. Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше. Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей. Позаботься о них так. Мне надо идти. Тебе взывает шпиль. Элой, иди! Мы их задеты. Взгляните на истинное солнце, демоны тьмы. Шлет сигнал. Если Аид начал передачу сигнала, значит, он прорвал оборону. Нора. Авангард Эренда. Мне нужно наверх. Вперед! Я знала, что это будет непросто. Медлить нельзя. Элой! Они живы. Это Элой!
Ну, вы видите? Мы думали, ты пала на Кряжа. Нет, это Кряж упал на меня. Времени остается мало. Я сражусь с Саидом. Не одна. Это мой бой. Я не вправе звать вас. А мы и так туда собирались, да? Да. Железный бес падет. Нужно вооружиться. Другого шанса не будет. Напротив, мои расчеты